Всем привет, с вами Фёстван, и сейчас мы сделаем небольшой обзор на приложение, господи, я даже забыл, как оно называется, там что-то наноферма, ну, в общем, в названии вы все равно видели, как оно называется. Вот я вхожу в игру, и это мне сразу предлагают рубить деревья. Сначала я срубил ясень, потом я рублю ель. Мы играем за какого-то расхитителя лесов, последнего уничтожителя деревьев. Далее нам предлагают собрать баклажаны. Я только начал играть, и тут меня бьет молния, и, наверное, сейчас что-то произойдет. Моя голова, что произошло? Ничего не понимаю, надо бы осмотреться. Так, давайте осмотримся. Нам разбили, сломали какое-то здание, да? Мне его надо осмотреть. Вообще, что могу от себя сказать про наноферму? Я уже маленько знаю, конечно, что это за игра. Я, правда, в нее никогда там не играл больше, там, я не знаю, 8 часов, там, или даже это я лихо взял, наверное, больше 2 часов в нее не играл, но когда-то я уже в нее играл. В принципе, эта игра, она, как бы, подобных игр вообще много. Особенно вот ВКонтакте, там, наверное, в других приложениях. Есть там игра, вот я делал обзор, там очень злая игра она называется. Есть еще игра, которая, по-моему, Дикий Запад называется. И, наверное, их еще дофига. Там даже, по-моему, зомби-ферма тоже что-то, нечто в этом роде. То есть, когда мы вот рубим какие-то деревья, собираем мусор, камни, с них постоянно падают какие-то полезные нам плюшки. Вот нам сейчас хотят, чтобы мы собрали много деревьев. То есть мы сначала расчищаем ландшафт у себя на территории, а потом его застраиваем чем-то нам нужным, полезным, и за все нам падают вот всякие бонусы, которые нам потом тоже пригодятся, там для строительства, для покупки вещей, еще не бог весть для чего. И, как правило, в таких играх легче играть в начале, потому что там уровень растет, и мы получаем за это энергию, то есть вот она, наша энергия, всего ее у нас сейчас 20, но я уверен, что прежде чем мы потратим эти 20 энергии, мы наверняка скакнем на следующий уровень и сможем потратить еще энергию. Потом, когда вы разовьетесь, у вас уже такой возможности, конечно, не будет, поэтому в самом начале легче всего играть, точнее, можно дольше всего играть. Так, строим какой-то жилой дом, ну, в принципе, все логично. Нам надо где-то жить. Вот видите, с этого и начинается. Нам сначала вроде как показали, что у нас какие-то дома есть, тут теплицы, а потом нам все разрушило молния, и теперь приходится отстраивать все заново. Но ничего, мы сейчас отстроим все еще лучше, чем было прежде. Завершаем наш дом и получаем 50 зелененьких и 15 звезд. Звезды — это опыт. Так, еще получаем, да? Так, что теперь? Нам нужно построить склад. Для этого мы заходим в магазин и выбираем склад. Будем строиться плотничком, наверное, да? Вот так можно? Нет, вот так. Так нельзя. А, вон там, слева. Так, ну что ж, зато можно вот так вот. Так, опять же, для склада нам потребуется лес, да, ну, для первых двух этапов строительства нам хватит всего, а потом вот нам опять понадобится дерево. Так, и как раз, кстати, нам дают задание срубить 5 деревьев. Давайте поищем какие-то деревья поменьше, да, ударов, чтобы быстрее выполнить задание. Вот у нас тут на один удар елочки. Ну и давайте вот этот, пожалуй, срубим. Чё он тут стоит, одна одинёшенька? Вообще, я не знаю, вот действительно множество подобных игр. Это такие игры хорошие для девушек очень, то есть для взрослых людей. У меня мама очень увлекается подобного рода играми, то есть они такие вроде красивые, удобные, симпатичные. Я тут нашел какого-то цыпленка и, наверное, его покормлю. Потом он вырастет и станет у меня хорошим индюком, да, или
Что это? Он что-то даже на цыпочку не похож, он какой-то индюк. Да, вот, кстати, тут есть замечательная кнопочка увеличить все на весь экран. Теперь, я думаю, вам гораздо приятнее. Не знаю, как вам, а мне уж точно. Так, и мне как раз дают задание вырастить животное странная курица. Ну, давайте еще раз его покормим. Кажется, его можно кормить на убой сразу. Так, и вот он вырос. Переместить животное странная курица и продать животное странная курица. Ну что ж, давайте. Так, действие, да, подвинуть. Мы переместили странную курицу. Теперь нам осталось только продать странную курицу. Ну что ж, курица, недолго мы с тобой были знакомы. Как тебя продать, правда, я не знаю. Вот, наверное, вот кошелек. Продаем. Аж на 500 зеленых мне за какую-то курицу дают. Давайте сделаем так, чтобы нас больше не спрашивали, хотим мы что-то продавать или нет. Будем считать, что мы никогда не будем мискликать и всегда будем играть правильно. Так, а тем делом у нас недостроен наш склад. Мы, конечно, нарубили деревьев, но мы рубили маленькие деревья, поэтому нам понадобится еще какое-нибудь дерево срубить, чтобы набраться древесины. Давайте срубим вот эту ясень у дома, он мне тут мешается, я думаю, дальше продолжать застройку тут где-нибудь рядышком, раз уж тут у нас уже дорогу провели. Так, еще 4 древесины мне надо, чтобы закончить строительство склада. Так, и мы перебираемся на следующий уровень. И нам, конечно же, тут же дают какие-то новые задания. А именно, что вы от меня хотите? Первый урожай. Посадить клубнику и собрать клубники. Всего 3 грядки. Что ж, идем для этого в магазин, как нам подсказывают. Покупаем семена клубники и сажаем 3 поля. 1, 2, 3. Вообще, вот у нас тут на карте можно увидеть, это для тех, кто уже будет играть долго, то есть стоит вот корабль. Его можно достроить, для этого надо 100 древесины. Но это довольно-таки много. Есть вот, а может быть и не так уж это много. Есть тут какие-то мосты, мельницы. У меня вот есть какая-то теплица, на нее надо 30 дерева на каждый этап, а всего 6 этапов. А, так на лодку, наверное, тоже 100 дерева на этап, а надо всего 10 этапов. Это то есть 1000 древесины надо, чтобы достроить лодку. Есть тут вот еще какие-то здания непонятные. Ну, не знаю, то есть, в общем, стремиться есть к чему. То есть, со временем можно собирать древесину все больше и больше, построить там лодку. За это вам тоже, наверное, дадут какой-нибудь бонус, может, откроют там путь в новые земли. Так, что мне предлагают? Мне предлагают продать баклажан, наверное, да? Продать баклажан. Ну, давайте продадим баклажан. В принципе, я хотел сам пожарить, съесть. Было бы очень, наверное, вкусно. Но бог с ним. Мы продаем баклажан и получаем целую кучу денег. Что нам? Тут сразу же дают 2 задания. А именно... Получить бесплатные голды. Ну, давайте получим бесплатные голды. Бесплатно. Замечательно. Цены на гибриды выше, чем вы ожидали, не так ли? Жаль, что потеряны практически все наработки. Придется начинать сначала. Пора построить лабораторию. Ну что ж, хорошо. Построим лабораторию. Что нам в магазине продадут... Так, строим лабораторию, и нам опять же нужно 10 древесины на каждый удар. Деревьев, я так предполагаю, тут придется много ломать. И между делом, что нам еще тут? Первое комбо. Собрать комбо 3 уровня. А вообще, что такое комбо? Это вот когда мы что-то делаем, что-то собираем, нам вываливаются такие штучки на пол. Когда мы их собираем, у нас за это заполняется строка комбо. То есть вот видите... Сверху графа
Сейчас у нас комбо, я так понимаю, первого уровня. Теперь второго. И вот сейчас, наверное, будет комбо третьего уровня. Да, я выполнил задание. Вообще эти комбо, это, по-моему, на каждый уровень комбо дается какая-нибудь дополнительная наградка, да, там небольшая, в зависимости. Давайте доберем до комбо четвертого уровня, чтобы быть совсем крутыми. Все равно нам деревья надо. Нам надо еще 40 дерева, да? На этап 10, а надо 40 дерева. Ну, давайте будем рубить деревья, пока не нарубим 40. Если у нас, конечно, энергии на это хватит. Хотя, вроде бы, хватает. Мы растем тут по уровням. Так. Главное не потерять комбо. Да, вот вы можете видеть, что тут появился волк. Периодически откуда-нибудь из зарослей появляются какие-нибудь дикие животные, которых надо прогнать, чтобы далее на участке, где появился этот дикий зверь, какую-то деятельность проводить. Так, и вот мы получили пятое комбо, и за это нам тоже с неба насыпалась куча какой-то полезной дребедени. А между тем мы набрали необходимую древесину для продолжения строительства. И можем, наверное, собрать нашу клубнику, да, у нас то, что, наверняка, сейчас будет задание ее продать. Завершаем, между тем, строительство лаборатории. Поздравляю, вы выполнили задание построить лабораторию. Очень хорошо. Поздравляем, вы выполнили задание первый урожай. Еще лучше. А, новое достижение восстановления памяти. Замечательно, попробуем поэкспериментировать и создать новый гибрид. Постарайтесь, на кону стоит создание эликсира, способного подарить людям вечную молодость. Ну что ж, замечательно. Перед нами сразу поставили какие-то благие цели, которые... чтобы мы чувствовали, что мы не просто играем в какую-то игру, а мы тут серьезным делом, между прочим, с вами занимаемся. На кону создание эликсира вечной молодости, и там наверняка лекарства от рака и прочее. Так, и что же нам надо? Нам надо изучить рецепт семена клубничного вулкана. Давайте... Надоело нам сажать простую клубнику. Я хочу клубничный вулкан. Что тут? Одна минута, 45 секунд что-то. Ну ладно, не суть важна. Изучим это дело. Для того, чтобы это изучить, нам нужно, наверное, вот это все. И вот это все. И я так понимаю, это все у нас есть, да? Ускорять исследование мы не будем. Все равно на это много времени тратить не надо. А нам между тем... Но мы и так изучаем, да? Все нормально. Просто мы не так нажали, как они хотели. Так, что еще? Построить изгородь. 3 штучки. Давайте построим. Как правило, вот за такие задания в начале игры часто там, допустим, изгородь стоит... А какой вообще изгородь вам надо? Так, мы вот завершили изучение вулкана, но давайте пока вернемся к изгороди. Белая изгородь. Ну да, конечно, какая же еще изгородь, если не белая изгородь? Я бы вообще не простил и не понял, если бы они просили с меня какую-то другую изгородь. Так, даже не знаю, где бы тут изгородиться. Ну, давайте вот у нас есть тут один заборчик, да? Давайте к нему добавим еще парочку. Так, и еще один, да? Отлично. Поздравляем, вы выполнили задание построить изгородь. 20 опыта и 100 зеленых меня за это наградили. Так, этим временем у нас появляется еще целая куча разных заданий. Давайте посмотрим, что там с нашим клубничным вулканом. Получаем награду, много денег, какой-то мешок картошки или не знаю, что это. И у нас продвигается наше достижение. Вот видите, 67%. Так, тем временем, что еще надо? Создать семена клубничного вулкана 3 штуки и посадить клубничный вулкан. А у нас... Я не знаю, как... Так, давайте лучше нажмем, они нам скажут, куда идти. А идти нам надо в лабораторию. Так, у меня есть, по-моему, одно семечко, да, вот этого вулкана. Чтобы его создать, надо... Так,
У меня есть 3 семени клубники. Так, ну, в общем, нам вроде бы все на все хватает, да? Но надо 3. Так, а как нам их посадить? Наверное, склад. Нет, семена. Ну, собственно, не знаю. Давайте подождем, пока там доготовится. Что еще от меня хотят? Купить животное, курица, да еще и 3 штуки. Давайте купим. Курица, курица. $100 стоит одна кукурику. Раз, два, три. И отлично, задание выполнено. И я перехожу на 6 уровень. Снова у меня пополняется энергия. Пока что мне не приходится останавливаться. Так, дружеская рука. Помочь друзьям. Да, вообще вот во всех подобных играх, да и вообще в большинстве игр ВКонтакте, если хочешь во что-то нормально играть, нужно заводить друзей, чем-то им помогать. Но вот мы заходим к нашему, скажем так, не другу, да, наверное, а может и к другу, я не знаю. Я просто тут раньше как бы я пытался ограничивать количество друзей, мне не нужны были там миллионы друзей, но вот сейчас, когда я начал делать небольшие обзоры, у меня появилось в списке контактов много каких-то контактов мне неведомых, просто каких-то ребят, которые играют в одни и те же игры. Потому что для приложений очень необходимо иметь друзей во многих играх. Так, ну что ж, вернемся домой. Мне кажется, задание помочь другу я выполнил. Нет, мне надо помочь 3 разным друзьям. Собственно говоря, друзей-то у меня больше нету, поэтому это задание мы и не выполним. Но, как правило, вот в таких играх всегда вот здесь внизу, да, где... Вот, официальная группа игры «Наноферма». Туда вы можете зайти, там наверняка есть тема а-ля добавляемся в друзья, все там ищут друг другу друзей, чтобы бегать по чужим фермам, зарабатывать за это энергию, какие-то другие плюшки игровые. В общем, если хотите, наплодить себе кучу друзей не составляет никакой проблемы. А мы тем временем давайте вернемся к семенам вулкана. Так, зайдем в лабораторию. Сколько у меня вот? Пойдем на склад. Ничего не понимаю, что тут в этой лаборатории, куда? Ну давайте, я не знаю, мы, наверное, создаем одно семя, да, клубники. Давайте создадим еще одно, потому что мне, по-моему, надо 3. А может, я вообще не ошибаюсь. По-моему, что-то я как-то слишком, вот, какие-то премудрости делаю. Вот видите, что-то изучить сразу тут. Ну, ладно, бог с ним. Еще 30 секунд нам для создания вот этого семечки. Не знаю, оно у нас, наверное, должно в семенах появиться на складе. Да, вот у нас есть одно семя, да? Одно семя. А нам надо посадить 3 семечки. То есть сейчас, когда она создастся вот эта семечка, нам надо будет заказать еще одно. Не знаю, наверное, я как-то мог сразу 3 заказать, но я просто где-то проглядел. А может быть и нельзя. Так, мы отправляем результат на склад и создаем еще одно семечко. Будет оно строиться минуту, чем бы нам заняться в это время. Давайте вот, не знаю... Давайте не будем тратить время просто так. То есть тут вообще, конечно, чтобы еще хорошо продвигаться, то есть чтобы мне хватало энергии. Вот у меня сейчас вроде, казалось бы, да у меня вообще дофига энергии. 34 из 25. Но, тем не менее, лучше выполнять задание, чтобы энергия не кончилась быстрее, чем вы выполните какое-то задание, получите за него дополнительный опыт или энергию, перескачете на следующий уровень. Вот у меня еще есть задание проложить дорожку, 5 клеточек, и купить скамейку. Даже не знаю, где бы нам эту дорогу проложить. Давайте отправимся в магазин. Так, где же у нас дороги? Это где-то должно быть в декорациях. Декорации. Вообще, проще всего, конечно, жмешь на задание, жмешь в магазин, и он тебя, как правило, отправляет на нужную страничку. Да? А какую нам надо дорогу? Просто дорожку. Наверное, не важно.
А, вот дорожка, она и стоит-то подешевле. Раз, два, три. Как-то некрасиво все у нас вышло. Ну, ладно. Я думаю, я с этим смирюсь. И вы поэтому тоже смиритесь. 4 и вот 5. Ну ладно, потратимся на шестую. Отлично. Теперь нам надо где-то разместить скамейку. Конечно, тут как же без скамейки? Где-то должны местные алкаши собираться, выпивать, вон, кормить уточек, не знаю. Ну, пускай скамейка у нас будет, наверное, вот здесь. Отлично, нам дали за это 10 чего-то в горшочке, какой-то пены для бритья. Бедный котик совсем оголодал. У меня где-то было немного сметаны. А, это сметану мне дали, наверное. Задание: голодный кот, накормить кота. Так, ну давайте покормим кота, только скамейку эту уберем. Так, кот, кормись. Поздравляем. Ну, вроде не самое сложное задание. Так, теперь этот кот будет за мной, да, ходить и просить еще сметаны. На самом деле это как какое-то наказание. Может быть, зря я его кормил. Вообще, я, знаете, не люблю вот этих котов. Хотя у меня у самого было много, ну, там, не раз были коты дома. Конечно, это все очень прикольно, это очень красиво, очень няшно, но, не знаю, как-то мне собака больше по душе, что ли. Нет, кот это, конечно, здорово. Кот это красиво. Это такое, ну, чисто для украшения квартиры. А если ты хочешь там какой-то преданности и там действительно ответной любви, то заводи собаку. Кот он простой. Он делает то, что так, как чтобы ему было удобнее. Ему на самом деле наплевать. Коты вас не любят, как бы вы об этом в это не верили. Так, мы сажаем. И выполняем, да, наверное, первое наше достижение. Коллега, для продолжения экспериментов вам необходимо больше денег. Вырастите немного огурцов и продайте их. Ну, хорошо, тем мы будем зарабатывать. Так, нам надо 5 огурцов, да. Еще надо разбить много камней. Ну, давайте начнем с огурцов, да. Нажмем на задание, и он нас сразу отправит туда, где мы найдем эти огурцы. Где же наши огурцы? Тут мне огурцы не по глазам. Хотя, казалось бы, он мне должен был открыть на странице с огурцами. А вот, он так и сделал. Так, нам надо 5 огурцов. Ну что ж, раз, два, три, четыре и пять. Я вот что-то тут про огурцы вспомнил, недавно тоже где-то новости смотрел, там тоже какой-то мужик где-то в Подмосковье заделал много больших теплиц, туда нанял каких-то гастарбайтеров, и, в общем, ну, да, огурцы просто тоннами росли, пожалуйста. Он их там по всем рынкам распихивал, но при этом работал нелегально, его там что-то встретили, с ним поговорили, ну, как бы показывали это в новостях. Тем не менее, вот почему бы нет. Дяденька нам дал правильный совет, надо зарабатывать на огурцах. Ну, конечно, не так, как мы, что я не знаю, вот я это какой-то маленький парень в очках, что-то с перчатками какими-то непонятными и котом. Нам нужна толпа гастарбайтеров и теплицы. Как бы, ну ладно, наверное, они тоже разворачивались с этими, он бегал один там, сажал грядки, потом уже построил теплицу, нанял гастарбайтер. Так, и, конечно же, в жизни каждого вот такого очкарика со звездой на футболке наступает время, когда надо собирать камни, да? Так, мне надо собрать 6 камней, давайте выберем самые маленькие камни. Ну и, наверное, вот этот большой все-таки уберем, он как-то тут у нас посерет нашей фермы. И вот эти еще маленькие. Вот видите, мне дали какую-то ерунду из камня, это коллекция. То есть ты когда там бьешь деревья,
собираешь камни, у тебя могут выпасть разные вещи из коллекции, а могут и не выпасть, но когда ты собираешь коллекцию, ты ее можешь обменять на что-то полезное тебе для игры. Так. Сколько еще мне нужно камней? Еще один камушек какой-нибудь. Вот такой вот маленький. Камушек я еще разобью. И получаю за это какие-то конфетки, карамельки. Ну, на самом деле, вот мне это правда напоминает как пару конфеток. Вот это вот такая пирамидка с орехом, а это такая другая. Но на самом деле это... А, ну это еда, так что, наверное, это и есть конфетки. Я думал, это какие-нибудь камни там, что-нибудь. Так, ладно, что еще нас ждет? Они хотят, чтобы мы теперь засадили вообще все. Мне нужно посадить 20 клубники и 10 огурцов. И еще купить малый энергетик. Давайте купим энергетик. Потому что, мне кажется, если не выпить энергетик, то с такой здоровый урожай не посадить. Так, вот он, малый энергетик. Что ж, наверное, приступим, да? 20 клубники и 10 огурцов. Проще будет. 20 клубники. Так, где у нас семена клубники? 20 штук, блин, как много. Раз, два, три, четыре, промахнулся. Пять, шесть, семь, восемь. А, вот там за меня считают, да? Можно не заморачиваться. Хотя не надо, надо заморачиваться. Но если я хочу быстро натыкать. Я уже забыл, сколько я их воткнул. Давайте подождем, пока он покопает, нам покажет. 7, вот сейчас будет 8, 9, 10, 11, да, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так, ну и куда бы так красиво воткнуть 20-е? Да, собственно, неважно, сюда и воткнем, потому что нам надо еще 10 семян огурцов. В общем, смотрите, у нас... На эти посадки очень быстро тратится энергия, а мы вообще ничего, практически никакого опыта не получаем, поэтому я даже не уверен, что я скакну на следующий уровень. Надо бы заняться чем-то более полезным, чем посадка этих огурцов, потому что 10 энергии у меня уже нет, а опыта я за это получу всего ничего. Давайте лучше вот что-нибудь соберем уже поспевшее, да? Или нет, ничего не поспело, поспеет... Огурцы вообще только через час поспеют. Клубник через пару минут. Я даже не знаю, чем себя занять. Может быть, если поломать камень, ну, я даже не уверен, что я наберу за это 100 опыта. Ну ладно, была не была, посадим еще. Будем выполнять задание. До победного. Что вы там от нас еще хотели? Еще 10 огурцов, да? Семена огурца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, и на этом у меня заканчивается энергия. Так, но я же помню, что у меня где-то был энергетик. Кстати, вот энергетики можно пить за еду. Ну, давайте потратим немного еды. Вы собираетесь купить малый энергетик? Собственно говоря, нет, я же собирался. Так, ладно, сколько нам надо еще огурцов? Еще 4 огурца. Магазин. Малый энергетик. Покупаем и досаживаем наши огурцы. Раз, два, три и четыре. Закончили, да? Я бы так говорил, наверное, если бы я был там, тренером по аэробике. Готово. И у нас там буквально-таки одного опыта не хватает, чтобы закончить уровень. Но мне тут предлагают купить животное курицу. Еще 5 штук. Ну что ж, давайте отправимся в магазин. Где у нас тут животные? Курица.
Так, а мне нужен курятник, чтобы купить еще. Каждый курятник дает плюс 6 к максимальному числу кур. Хотите его купить? Да, конечно, курятник это то, о чем я всегда мечтал. Надо потратиться, конечно, маленько раскошелиться. 700 баксов с меня хотят забрать за этот курятник. Ну, бог с ним. Бог им судья, драть такие большие деньги за курятник. Вот здесь он у нас будет стоять. И я получаю новый уровень. И опять у меня пополняется энергия, дают вот тут какие-то бонусы. Так, чтобы достроить курятник, нам нужно 45 древесин. У нас, в принципе, столько древесины есть, так что все нормально. Не помню уже, где я столько нагреб, наверное, просто за повышение по уровням. За что-нибудь еще. Так, курятник у нас готов, и теперь мы можем купить кур. Где наши курочки? Вот они. Раз, два. Мало денег. Блин, я не знаю, что делать. Кредит может взять. Ну, наверное, ничего мы не будем делать, потому что у нас тут на самом деле много всего растет, если это собрать и продать. Кстати, если это вовремя не собрать, то оно пропадет само собой, только при этом мы за это еще и денег не получим. А, вот что делает кот, он собирает вещи, которые выпадают за меня. Интересно, а если бы я их сам не собрал, то они что, пропали бы или как? Или просто я бы, наверное, просто не успел бы бонус накопить, а так мне помогает кот. Так, что же еще? Что же еще? Да еще пока что, наверное, ничего. Нам нужно собрать эту клубнику, продать ее и заработать еще на несколько курочек. Вообще у нас тут есть шаг к богатству задания. И надо было накопить 2250. И мне кажется, что я был где-то недалеко. Ну хотя нет, не очень-то и недалеко. Наверное, я был очень далеко. Но там на этот курятник пришлось потратиться на кур. Так что уж и не знаю, когда я достигну этой цели. Так, идем на склад и продаем что-нибудь. У нас есть же какой-то урожай, да? Вот у нас есть клубника, 11 штук, 20. Продаем клубнику. Ну да, продаем. Получаем 700 баксов. Есть у нас еще баклажан один. Его мы тоже продадим и получим 300 баксов. Итого у нас теперь 1000 баксов. Мы просто какие-то стали богачами какими-то. Если бы так все было всегда легко. Так, склад мне нужен магазин и курицы. Так, еще раз, два и три. У нас теперь тут целая толпа куриц, и нам дают какое-то новое задание. Чтобы выращивать клубничные вулканы, нужно иметь много фосфора. Накопить фосфор 10 штук. Фосфор можно, я так понимаю, купить в магазине, но за игровую валюту. Вообще, вот она, игровая валюта, ее, наверное, можно получить, если вкидывать в игру реальные деньги, или, возможно, просто играя, и, наверное, если у тебя есть много друзей, то тебе будет проще получить эту игровую валюту, я, в общем, во всем этом не уверен. Но, тем не менее, чем бы мне теперь заняться? Огурцы я посадил, мне осталось только собрать, друзей у меня нету, чтобы закончить это задание. Если бы я играл серьезно, я бы, конечно, завел еще кучу друзей для этого приложения. Так что я даже не знаю. Давайте мы, наверное, потратим всю оставшуюся у меня энергию и на этом закончим, да? Разобьем вот этот камень, срубим этот страшный клен. Ну и ясеня тоже. Вообще, да, вот как бы как раз то, чем хотелось бы заняться. Расчистить вот территорию вокруг себя. Сколько нам, кстати, теплица требовала? 30 дерева на каждый этап. Ну, по чуть-чуть, помаленьку можно и теплицу достроить. Но это было бы где-нибудь в отдаленном будущем. Сейчас мне не светят теплицы. И между тем у меня заканчивается энергия. И больше ничего здесь не могу сделать. Ну, что могу сказать о приложении? Хорошее, милое там приложение вот для любителей игр подобного рода. Я уже говорил, что их таких приложений ВКонтакте хватает. Там Дикий Запад мне приходит сразу на ум, там Зомби Ферма. И что же еще я там говорил? Очень злая игра.
То есть такие вот спокойные, не напрягающие, ни к чему не обязывающая игра для тех, кто там не любит вести войну, а просто что-то построить, там красиво распределить поля, там домики, ходить в гости к соседям. Таких приложений очень много, их просто какие-то, как Голливуд снимает фильмы, уже поставили на поток и могут клепать одно за другим. В общем, на этом все. Если вам нравятся подобные игры, попробуйте и эту. Всем спасибо, всем пока, с вами был First One.